Сегодня мы будем создавать коллаж в сервисе Gizmo. Ну, не такой, как все. Но кое-что тут можно сделать интересное. Создать фильм. Вообще я хочу делать коллаж, ну, то есть фотографию, но я все равно выберу монтаж видео. Потому что у меня будут анимированные разные объекты. Тут можно добавить свои фотографии, перетащить их сюда. Тут, естественно, можно много сделать видеоролик из своих фотографий. Но мы на основе только одной попробуем. Два раза щелкнув, можно перейти в режим редактирования. И вот здесь есть кнопка «Создать коллаж». Тут, видимо, не совсем правильные переводы вот этих всех пунктов, потому что он французский, вот, ну, не знаю, мне кажется, тут просто неправильно переведено кое-что. Так, то есть можно двигать, увеличивать еще, если вдруг у нас там есть какие-то, ну, ненужные вот тут места, можно их просто увеличить середину, сохранить. И теперь можно вот редактировать вот эту картинку, вот этот слайд. Ну, во-первых, можно прибавить времени, чтобы он дольше показывался. Во-вторых, я хочу добавить текст. Вот тут много разных видов текста. Можно их все попробовать. Но вот я хочу сделать со светом. Текст у нас будет с днем учителя. Фотография не очень соответствует, ну ладно. Значит, вот здесь можно выбрать цвет текста. Если не нравится, ну тут вниз переместить, вверх. Если не нравится эффект, его можно убрать с помощью вот этой кнопки. Ну и тут остальное кое-что исправить. Кнопочка тест, то есть тестируем, с днем учителя, вот такая штука. Так, пока сохранять рано. А дальше, что мы хотим еще сделать? А, здесь есть эффекты. Вот я хочу добавить эффект падающих листьев. Здесь вот они есть, осенние листья. Ну вот таким образом, мне кажется, они никак не регулируются, а вот просто можно их использовать или выбрать другое что-то там. Ну тут есть разные и шарики. Ну, в общем, интересно. Такие вот эффекты. Ну я хочу вот листья. Протестируем. Ну вот у нас листья полетели. Видео длится 15 секунд. С днем учителя у нас есть. Сохранить. С днем учителя. Сохранить. Ну и теперь можно либо ссылку вот эту использовать, копировать. Ну, перевод явно не такой уж. Либо загрузить свое видео на компьютер. Ну, когда я нажму кнопочку подтвердить, у меня все загрузится. Ну, вот так можно использовать этот сервис. Надеюсь, было полезно. На этом спасибо. Стоп.